Между Максимом и Аней возникают романтические отношения. Максим получает подтверждение, что он внук Бориса, и сообщает об этом своему деду. Однако Борис прогоняет его. В отместку Максим взламывает счета фонда Бориса. Зиночка признается Максиму, что его настоящий отец Андрей. Максим расстается с Аней, думая, что она его сестра. Аня сгоряча решает выйти замуж за влюбленного в нее сына Лаврентьева по имени Володя.